Цена на мороженое скоро взлетит, пишут федеральные СМИ. Причин несколько. В первую очередь это погода. Синоптики давно предупредили, лето ожидается аномально жарким. На эскимо будет большой спрос. Кроме того, на стоимость могут повлиять экономические процессы. Производители объясняют, растет себестоимость. Это неизбежно влечет за собой изменения. Хотя многие стараются держать цены на прежнем уровне. Стоимость здесь росла, но мы понимаем, что... Здесь работает все-таки закон спроса и предложения, и ты не можешь заложить все свои издержки в конечную цену для потребителя, и рынок все-таки он балансируется. И мы не ожидаем, что темпы роста цен на мороженое, он все-таки превысит продовольственную инфляцию. Думаю, что это будет в рамках общей продовольственной инфляции, хотя молочная категория, она вот, прошлый год и позапрошлый год скорее выступала дефлятором. Впрочем, спрос сомнений не вызывает. В 2023-м был даже побит рекорд по употреблению мороженого среди населения. По 3 килограмма на каждого в год. Это более 500 000 тонн. Объем производства по итогам 2023 года также стал рекордным за всю современную историю России. Это 524 тысячи тонн. И эти темпы сохраняются. За первый квартал этого года объем производства вырос на 15-17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если спрос будет расти быстрее производства, то, конечно, цена на мороженое будет расти. Это нормальные законы рынка. Соответственно, если производители не будут успевать производить необходимое количество, то они вынуждены будут повышать цены. Там, если не сами производители, то значит те, кто у них покупают и продают непосредственно. Таким образом, цены на мороженое в России летом 2024 года вырастут на 3-5%. Такой прогноз опубликовали в газете «Точка.ру», ссылаясь на исследования экономистов.